Привет, друзья! На связи Олег Карнаух, и это снова рубрика Startup Insight. Сегодня я подготовил для вас 7 товарных ниш, которые очень круто продаются в Instagram. Во-первых, почему я хочу поговорить про Instagram? На сегодняшний день Instagram обогнал все другие соцсети по количеству аудитории, по ежедневному охвату. И что самое главное, Instagram очень здорово подходит для эмоциональных продаж. Если контекстная реклама, человек заходит и ищет то, что ему нужно, то в Instagram девушка листает ленту, увидела что-то и тут же купила. Поэтому это очень крутая площадка для продаж эмоциональных товаров. Что касается аудитории Instagram, преимущественно это женская аудитория, молодая, от 18 до 35 лет. И средний чек в Instagram по маркетинговым исследованиям, он выше, чем в других соцсетях. Это говорит о том, что аудитория, которая регулярно пользуется Instagram, зарабатывает больше, чем, например, аудитория ВКонтакте. И это для нас тоже еще один плюс. Как я проводил исследование? Я изучил очень много рекламных постов в Instagram. И я посмотрел, в каких товарных нишах больше рекламы, больше охват этой рекламы. Таким образом, я определил, какие рекламодатели тратят больше денег на рекламу, и отсюда сделал вывод, что эти товары продаются хорошо. То есть, если рекламодатель много денег тратит на рекламу, логично, что эта реклама окупается. Итак, погнали, 7 товарных ниш в Instagram. Первая товарная ниша – это кроссовки. Кроссовки очень круто заходят в Instagram. Я изучил огромное количество разных аккаунтов, и что важно при продаже кроссовок? При продаже кроссовок очень важны классные профессиональные фотки, потому что в Инстаграме это фактор номер один, который влияет на результат. Поэтому если вы продаете кроссовки или обувь, обязательно постарайтесь делать крутые профессиональные фотосессии, и тогда все будет огонь. Кроссовки классный товар, потому что, во-первых, на них классная маржа, очень легко найти поставщика. И это не сложный технический товар, то есть любой может начать продавать кроссовки, это просто. То есть там не будет, скорее всего, возвратов, обменов, потому что там нечему ломаться, там нет брака. Кроссовки, они и есть кроссовки, поэтому, я думаю, поэтому так популярен этот товар в Instagram. Многие его продают и многие его покупают. Ниша номер два в Instagram – это часы. Разнообразные часы, вот, например, Starry Sky. Очень популярные сейчас часы. Они очень хорошо продаются в Instagram. Еще есть различные мужские часы, которые тоже круто заходят. Часы – это отдельная огромная ниша, в которой также очень легко стартовать. Часы Pandora. Что-то новенькое, забавное. Тоже продаются. И вот такие часы бизнес-класса. Часы – это также отдельная большая ниша, на них также очень высокая маржа, поэтому многие в Instagram продают часы. Идем дальше. Неожиданно для меня был очень популярен вот такой неоновый рюкзак. Я бы, конечно, себе такой не купил. Не понимаю, почему он популярен, но судя по количеству рекламы, действительно, он очень круто заходит. Ну, наверное, подростки покупают. В общем, очень популярный рюкзак. И в целом ниша рюкзаки, она популярна в Instagram. Различные рюкзаки. Вот, включая тот самый рюкзак, о котором я говорил еще 2 года назад. Это рюкзак для мам, в который можно много всего поместить. Много разных там бутылочек, подгузников и так далее. Вот, это ниша 2 года работает, и работает она до сих пор. Следующая ниша – это леггинсы. Леггинсы очень круто заходят также. Ну и все, что связано с похудением там и приведением своего тела в порядок, это очень здорово заходит. Также отдельно ниша спортивной одежды. Ну, то есть это сюда же, по сути. Тут тоже леггинсы, разные спортивные купальники. Спортивная одежда, в общем. И одежда в целом. То есть расширим нишу до одежды. В Инстаграме одежда
это супер популярная ниша, огромное количество аккаунтов, которые продают сразу луки или отдельно, там, штаны, кофта. Ниша одежды, Инстаграм как будто бы просто был создан для нее, поэтому она там очень здорово заходит. Очень много я просмотрел аккаунтов и делаю вывод, что одежда абсолютно точно одна из топовых ниш в Инстаграм. Разная, мужская, женская, детская одежда, любая одежда, в общем, если вы в этой нише, вы продаете одежду, то обязательно вам нужно качать Инстаграм, это будет работать. Следующая ниша – это косметика и все, что связано с уходом за лицом, за волосами. В общем, все, что связано с косметикой, я далек от этого направления, но, тем не менее, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Все, что связано с женщинами и уходом за своим телом, за своим лицом, это также очень круто продается в Инсте. Следующая ниша – это украшения. Для меня было это удивлением, потому что понятно, что украшения можно классно сфоткать, но мне казалось, что все-таки украшения чаще покупают в офлайне, и человеку обязательно нужно там потрогать, пощупать. Но когда я обнаружил, что онлайн также очень круто продаются украшения, для меня это было удивлением. Да, у меня здесь вокруг джунгли, поэтому шумят цикады очень. Я думаю, что будет слышно. Украшения, украшения, еще раз украшения. Это крутая ниша. И в заключение у меня вкусненькое. Для меня это тоже открытие. Вот это в данном случае у нас клубника в шоколаде. Новый тренд. Вот такие букеты разные с клубникой в шоколаде. В общем, очень также здорово заходит в Инсте все, что связано с вкусняшками, с едой. Доставка еды очень здорово заходит. Обратите внимание на этот тренд. Фрукты, там тропические фрукты, экзотические фрукты тоже очень классно продвигаются в Инстаграм. Если вам интересна эта ниша, тоже обратите внимание. Вкусняшки, тортики, пироженки, мороженые. Это все очень здорово продается. Вот так. На этом буду заканчивать свой обзор. Если это было полезно, поставь лайк и поставь обязательно колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски Startup Insight. Я стараюсь делать их полезными, прорабатываю разные ниши, разные аспекты, чтобы дать тебе контент, который ты можешь применить. На этом все. Я желаю тебе успехов в бизнесе. На связи был Олег Карнаух. Пока-пока.